Последний батл между фруктами и ягодами. Самый сочный и яростный. Сегодня в нем столкнутся МС Груша и МС Смородина. В решающей битве они поспорят о том, кто натурально слаще. Охлаждать их пыл буду я, мята. Начинает Груша. Давай, выпусти сок. Я груша из славного племени фруктов. Когда меня видят, говорят, дети, ух ты. Когда я цвету, расцветают улыбки. Променять меня на ягоды — большая ошибка. Одна груша вкуснее, чем смородины куст. От меня улыбается любой карапуз. Вы от ягод видали подобный эффект? А фруктительной пользы там не было и нет. Я, как лампочка, тянет засунуть в рот. Кто пробовал груши, сразу поймет. Сладости ягодам нечем гордиться, только варенье и могут сгодиться. Я натуральный гуру, о чем тут говорить? Грушу со смородиной просто не сравнить. Вот это я понимаю! Смелая заявка на победу. Ягоды, есть что ответить? Послушай-ка, груша, нашу дружную тусу. Мы сборное лето по натуральному вкусу. Летний день с нами слаще и веселей. Только ручку притяни, и мы уже тут. Не то что на ветке кисленький фрукт. Пусть себе висит груша, раз ее нельзя скушать. Даже песню про фрукты неинтересно слушать. А смородина так и просится в рот. Натуральная польза и невкуса улет. Так что скажем хором, уверенно, дружно. Там, где есть смородина, фруктов не нужно. Так что, груша, болтайся и дальше сердито. Сладость за ягодами, с нами дольче вида. Итак, это был последний батл. Голосуйте! Итоги сезона появятся очень скоро. И не упустите шанс поделиться своим выступлением.